Как так-то, граждане России, ничего понять не могу. Провел на своем видеоканале «Человек и мир» голосовалку с вопросом «Я за войну и я против войны». Все легко и просто, однозначно и понятно. Соответственно, ничего понять не могу. Как так-то? Официальная пропаганда с экранов телевизоров нам говорит о том, что за войну 80% и, соответственно, 20, всего лишь 20% против войны. Это мы слышим с экранов телевизоров. А в нашей голосовалке 51 голос, и это хорошая выборка, в социальных науках считается хорошей выборкой, до 30 респондентов, здесь 51 респондент, еще, конечно, понаблюдаем за всем этим. Но тем не менее, вынос мозга. Непонятно, как так. То есть против войны, по нашему мнению, по мнению зрителей моего канала, 84% против войны и всего лишь 16% за войну. Что не соответствует официальной версии этой статистики. Поясните мне, пожалуйста, напишите что-нибудь под этим видео. У меня какой-то как сейчас модно говорить, глупость эту, когнитивный диссонанс. Вот у меня когнитивный диссонанс. В телевизоре мы слышим, 80% граждан России поддерживают войну. Ну и, соответственно, 20% не поддерживают войну граждан России. Это по официальной статистике, там, я не знаю, какого-то социологического центра крупного. Конечно, я не претендую. Но тем не менее, результаты ставят все с ног на голову. В данный момент просто перепроверили те результаты, которые мы имеем по официальной статистике. И увидели совершенно другие результаты. Наверное, стоит о чем-то задуматься. Да? Глядя в телевизор. Почему по телевизору говорят 80% за войну, а мы видим 80% против войны. Удивительная статистика. Великая обманщица статистики. Статистика. Да кто кого обманывает? Телевизор нас обманывает? Или мы сами себя обманываем? На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам.